7 казахстанских боксеров выиграли путевки в полуфинал чемпионата Азии. Соревнования пройдут в столице Таиланда – Бангкоке. Участие принимают представители 17 стран. За право побороться за медали на ринг выйдут наши земляки. В их числе Аблайхан Джусипов, признанный лучшим боксером на прошедшем чемпионате Азии. В полуфинале он сразится с соперником из Японии. До этого из состязания выбыл Бекжан Бакиров, проиграв схватку узбекскому спортсмену.